Мирсем, ру крапиву для поросят. Крапива протеин, прям очень они ее любят. Вот я просто все пытаюсь использовать, используя дело. Ну, как бы тут заросли уже можно было по идее выкосить. Я не выкашиваю, прям каждое утро беру, подрываю, то есть она у меня свеженькая. Вот, и таким образом я как бы очищаю с одной стороны. Вот, везде вокруг участка, там у себя на участке. Ну, сначала хотел красоту навести вот возле участка. 2 недели нас тут не было, немножко отсутствовали дома. А тут все уже вот заросло прямо-таки. Сейчас на улице у нас тут жара стоит на Алтае. Прям вообще тяжко. И дождей нету. Вроде обещали чуть-чуть, но что-то... Что-то не знаю, будут, не будут. Прогноз постоянно сдвигается. Поэтому как Бог даст, будем надеяться, что все-таки дождь брызнет, потому что земля уже очень сильно высохла. И на полях тоже нужен дождь. А то иначе ничего не взойдет просто. Вот так вот. Вот это не рады. Поэтому в такую жару всем тяжело. И синим тоже. Понятно, и воду наливаем, и все. А тут хоть в теньке не прячется, но все равно всем тяжко.